list. Да ну твою мать. Сука, с ними сложнее драться, чем с боссом играть. Ебать их, раз, два, три, пять штук, охуеть. Давай, давай, ебай отсюда. Кабан, беги. Так, есть. Ух, так, полным жизненьки. Сейчас, секундочку, отойду. Бля, да, сканеры у них мощные, конечно. Ну что, вот и все. Нам вот и все не надо.
зачистите зараженные зоны. Как надо? Ох ты, блядь. Ух, ёб твою мать, наконец-то, хотя бы двоих, блядь. О, так, сейчас надо стрелки сделать. Да, так. Изготовление, боеприпасы. Охуенно, есть. Что с этим? Нихуя 50 штук, нормально. Сумка для оружия. Вот это я не делал. G у нас колон со стрелами для охотничьего лука. Не хватает свиньи и жирного мяса. Ну сейчас где-то тут свинья была. Я хуй знает. Где свинья? Сосуд, все есть. Так. Ой, блядь, очистить зараженные зоны. Сейчас будем чистить. Сумка полна. Так, ладно. Что у нас? Доберитесь до пограничного форта Карха. Бля, а сейчас попробуем. Сложновато, могу сказать честно. Так, главное сейчас собрать травы все, замочить кабана, чтобы сумку сделать побольше для стрел. Блядь, тесляться это неплохая. Что там появилось? Навыков нету. Новые предметы. Сердце пилозуба. Это редкая деталь, добыть которую можно только из пилозубов. Ценится среди торговцев. Прикольно. Изготовление. Что у нас новое? Вместимость. Давай изготовим. Будет не 50 стрел, а хуево гора. Задание.
это, в принципе, похуй. Каталог машин. Что у нас за машины есть? Я открыл нога. Белозуб, олень, жвачник. Бегун, рыскарь. Так, что тут у нас набор? Это что за наборы? Обзорная точка данных сохранилась. Так, носителя, опа. Что-то есть, можно воспроизвести. Зайди ко мне на канал, подпишись. Фишка раз. А, солнце. Так, можно подлечиться. Тише делать. Сохранимся. Блин, локация, конечно, быстро меняется. Интересно. Так. Вот берем травочку. Так, надо поодиночке всех сейчас ушатывать. Бля, они с демоном борются. Сука. Ёб твою мать, вот это я нарвался. Блять, бегим. Да заебись. Еще и заразили меня. Фу, так, сейчас как-нибудь убьем. 11 стрел, блять, надо изготовить боеприпасы. Да. Это нам не надо, вот это вот. Есть. Ой-ой-ой, да, сложно будет, мне кажется, с ним. Сука, где у него этот, блядь, прицелится? Беги. Так, надо сейчас... Вон у него наверху. Вот так. Выбираем лук. Сука, иди сюда, спрятался, блядь.
прикурил, он, короче, красавчик. Сюда он, короче, камушками. А, да нормально, чё сразу все такая. А, иди сюда. На ловушку. А, сейчас я его уже все. Есть. Нормально. Так, этого мы убили. Этого мы убили. Делай, делай. Потому что нам не надо. Так, поговорите с комендантом пограничного форта Карха. Ну вот он, мы подходим сюда. Ну, теперь-то вы меня пропустите? Мы слышали! Откройте ворота и сообщите капитану Балану. Куда ты направляешь? На запад, в меридиан. Так, ну давай. Здорово, здорово. Он всегда был тяжел, даже в лучшие времена. Тебе это говорить с капитаном Баланом. Он только-только из Меридиана. Что там больше, свалился? Ищи его форт. Слева на балконе, что выходит на долину. Здорово, здорово. Спасибо. Что ты, это тебе спасибо. Ты избавила нас от машин. Храни тебя, сын. Так, это есть. Дальше. Ой, ёпта, надо кого-то угнать. Что за лаги? Фрезы. Больше ничего нет. Ты что-то говорил про первую цену? Что, это вслух? Да, вообще за три дня тут долгоногов уши стали совсем плохо. Ну, да, говори. Вернулся вот из-за рубки. Думал там разжиться деталями и осколками. Я не понимаю, не разжился. Да ну только причитай о новых машинах и говорящих душах. Это шипильник на замке. Что такое торговый путь без торговли? Просто дорога. Просто дорога. Так, ну... Машины и души, зарубка, попрощаться. И давай торговый маршрут. Интересно узнать. Ну, Панука и Зеран, в конце концов, соседи. Разве может пара-тройка год разделить друзей? У меня там остались знакомые. Пытаются вырубить доход из льда. Но, говорят, лед не рубится. Тамошние предрассудки и буйные машины тоже делали не помогают. А что там у них за новые машины? Честно, я даже не знаю. Судя по количеству похорон, такие, от каких лучше держаться подальше. Ну, я не испугаю. Вот, доживешь до моего возраста. Может, охота в доме солнца станет тебе больше по нраву. У нас потеплее. А что это такое? Когда Карха вторглась на землю Банок на том месте, куда пришелся их удар, осталась зарубка. Так это бывшая победитель. Как далеко будет священная земля? Туда можно попасть через перевал к северо-востоку отсюда. Туда пускают странников, выносливых, как ты. Но не рассчитывай на теплый прием. Уж тем более теперь. Ладно, попрощаемся. Интересно. Ну еще, это тебе сразу видно. Что ж, я тебя предупреждал. В горах на северо-востоке есть перевал. Это прямо за кладом смерти. Не пропустишь. На той стороне есть подобие поселения. Вот, может, там тебе и отговорят. Может. Или нет. За совет спасибо.
Так, задание. Что у нас? Ну, основное понятно. Город Солнца. Активное. Дела. Уровень 10. У меня 9 еще. Давай активируем. 5000 хп. Нормально. О, 1500 метров бежать. Так, сумочка с лекарствами полная. Бывает. Так, эта херня не пригодилась. Блять, зашибись. Вот с ними только мне не хватало встретиться. Во-во-во, тихо-тихо-тихо-тихо. Сука. Давай глаз сюда свой. О, как же в тебя прицелиться, падла. Да. Ну, давай, давай, беги. Ёбаный в рот. Его зубы еще эти, блядь. Да ёбаный. Так, беги. Блин, сейчас меня ушатают. Жизни, 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 жизни. А, да лянь, все активировались, короче. Сука, делай, падла. Фух, смылся. Блять, сложно с ними. Ты, блять, боссов, слушай, проще убивать, чем вот, блять, этих. Подкатик. Меня видят. Так, раскат. Растряпался. На, тебе в глазище. Кушать будем? Кушать. Я сейчас на паузу поставлю. О, бычара. Вот пазла. Давай, мочи его. Утекаем.
чара. Так. Так, сорян, сейчас на паузу ставим.